Прежде чем укладывать такой асфальт, нужны, естественно, технологические требования, которые требуют, чтобы выбоины были вычищены от земли, от грязи, от снега, от воды. И прежде чем укладывать, происходит обработка контура ямы битумом или битумной эмульсией. Когда проезжал мимо, они начинали здесь укладывать вот это литой асфальтобетон. Они укладывали его прямо в грязь, та, которая была в яме, в дорожном полотне. Она не выдулась, не просушилась частично, ни что. То есть здесь никакой литой асфальтобетон не удержит. Это просто-напросто простой блин на сковородке. Прилеплен и все лишь. А должна быть, как у стоматолога, стоять хорошая зубная пломба.